за американский доллар, 1237 вон за евро, 1092 воны за 100 японских йен, 18 вон за российские рубли. В Сеуле переменная облачность и пока еще тепло, ночью до плюс 15 и днем до плюс 21 градуса. Это были основные события сегодняшнего дня. Приглашаем вас принять участие в очередной ежеквартальной викторине Всемирного радио КБС. В качестве задания викторины 4-го квартала 2016 года мы предлагаем вам ответить на два вопроса. Вопрос первый. Как называется талисман зимней олимпиады 2018 в Пхенчхане? Варианты ответа: Сухоран, Винисиус, Ходори, Том. Второй. Как зовут южнокорейскую спортсменку, завоевавшую золото в финале соревнований по гольфу среди женщин на Олимпиаде? Я, кажется, видел изображение на иконе твоей неупитной матери.